Так. Вот эту штучку очень тоже я хотела. Вот такую вот. Венчик. У нас, конечно, кое-что было, но это все по отдельности было. Тут прям все в комплекте получается. Вот такой стаканчик. Ты немножко вот сюда вот делай, поближе сюда. Не на ноги свои. Вот. Вставай. И вот она сама, вот эта вот машина. Сама вот эта техника. О, доча, ты рада? Да. Так клево, я очень рада, очень счастлива. Ну что, будем пробовать? Начнем использовать? Как это открывать? Ага. Здесь вот, короче, будет проходить, скорее всего, и типа кубиками рубить. Что? Да, потише сделать, дочь вообще не слышала. Типа тут кубиками будет рубиться. А вот надо посмотреть инструкцию, это мы по инструкции все прочитаем, посмотрим. Я всегда читаю инструкцию в первую очередь, то есть что это такое. Вот. Ну вот, дай вот еще посмотреть вот эту вот брошюрку цветную, там что-то еще написано, да. Сама своими руками на эту сделай, вперед. Это первая? Это же задняя часть. На первую часть сделай, пожалуйста. На первую. Вафли! Что, можно вафли делать? Походу. Нет, это не то. Но... Так, подожди, а где сам паспорт? Я понять не могу. Это что такое? Подожди, где-то вот ведь он. Это было? А, я думала, что вот это вот паспорт. Вот она. Мультикухня заменяет плиту и мультиварку. Вот, смотри. Что здесь написано? Дочь, читай. Что тут написано? Давай. Где именно? Вот тут? Да. Мультикухня как плита. Запатентованная технология. Это инновационное решение, позволяющее поднимать нагревательный элемент. Так, ну, в общем, что тут есть? Я хочу просто коротко посмотреть. Мультикухня. Итак, два в одном. Приготовление в чаше. Приготовление на сковороде. Приготовление в кастрюле. Кипячение чайника. Вот я смотрю, что-то не то. Это не то, что ли? Это не наше. Я пытаюсь найти для вафли. Это реклама. Смотри-ка, это вообще не то. Так, ну ладно, мы тогда будем разбираться, будем пробовать свои первые какие-то блюда будем готовить. Здесь особенно мне нравится, я хочу прям вот, я хочу прям овощи. Погоди, вот это? А, вот где здесь это? Руководство по эксплуатации. Тут написано блендер. Вот он. Ага. Вот, будем сейчас все изучать и делать. Ну все, всем пока-пока.